Книга «Открытым оком», том 1, вопрос 201, тема «Смерть». Читая слова святых, часто встречаешь, что умерший на Пасху спасется. Так же говорят и православные священники. Почему вы с этим не согласны? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Спасение человека зависит не от того, когда он умрет, но от того, в каком состоянии умрет. Все остальное выдумки. А я не согласен с ними только потому, что люблю Христа и Его вечное Слово, Святую Библию. Псалом 118, 113. Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю.